Ну что, всем еще раз привет. У нас вторая интенсивная тренировка. Нам понадобится резиновый амортизатор. Ну а самое главное, у нас совсем скоро Новый год. И поэтому специально для вас действуют всегда классные, огромные, большие скидки на всю продукцию «Имогучий». Не забывайте дарить их своим близким и родственникам. Самое главное, что это здоровье. Итак, мы с вами начинаем вторую тренировку. Итак, у нас вторая тренировка. Первое упражнение. Будьте внимательны. Наступаем на амортизатор резиновый. Он специально под мои кроссовки, видите? Берем амортизатор крест-накрест, так, чтобы натяжение с двух сторон было одинаковое. Большие пальцы вот сюда. Плечи вниз, ровная спина. Мы с вами делаем два шага в стороны, приставных два, противоположную сторону. Внимание, вместе со мной на счет 3-4 целую минуту. Чуть согнутые колени, приготовились, поехали. Два шага. И дышим ровно, спокойно, произвольно. Делаем широкие шаги, чтобы почувствовали отходящие мышцы бедра. Итак, у нас следующее упражнение, тоже очень будет классное, будьте внимательны. Работаем с резиновым длинным амортизатором, желтого цвета он у меня на данный момент. Мы наступаем также двумя ногами, крест-накрест с ровной спиной. Практически оставляем ту же самую позицию. Делаем наклон вниз, так, чтобы внизу амортизатор был натянут. Ага. Дальше, ровная спина, и мы с вами делаем тяги вдоль корпуса. На счет 3-4, поехали. Целая минута специально для вас. Самое важное — сводить лопатки. Я развернусь боком, чтобы вы видели, с ровной спиной. Итак, следующее упражнение. Работают бицепсы нашего плеча. Будьте внимательны. Двуглавая мышца. Итак, также наступаем двумя ногами. В правую и левую руку берем резиновый амортизатор с ровной спиной. Я вам покажу боком это все движение. Мы делаем сгибание и разгибание. С ровной спиной плечи опускаем вниз. На выдохе вверх, на вдохе вниз. На счет 3-4. Время. Здесь делаем интенсивно. Минута. Старайтесь резко не отпускать руки. Спокойно проводим движение вверх и вниз. Итак, следующее упражнение. Мы делаем антагонисты. Мышцы антагонисты, противоположный бицепс, это трицепс руки. Будьте внимательны. На шею амортизатор вот таким вот образом, с ровной спиной. Равномерно распределяем нагрузку. Вы можете накрутить руками амортизатор. Раз, два, три,
и выровнять его. Делаем наклон вниз и делаем разгибание вниз. Чисто работает трицепс. Выдох, вдох. С ровной спиной. Итак, следующее упражнение у нас будет на мышцы брюшного пресса. Будьте готовы. Мы опускаемся вниз. Присаживаемся на стоп-амортизатор. На руки здесь можно намотать, можно не наматывать. Ровная спина. Держим баланс, плечи опускаем вниз. Максимально напрягаем пресс. Очень внимательно смотрим следующее движение. Мы делаем сгибание, разгибание. Руки тоже сгибаются. Выдох. Вдох. Если вы чувствуете, что вам тяжело делать с резиновым амортизатором, вы можете сделать все то же самое, только без него. Вытянули, сгибаем, разгибаем. Вдох, выдох. Ну что, дорогие участники нашего марафона, у нас закончилась с вами третья тренировка. Она была очень интенсивная, с резиновым амортизатором. Старайтесь выполнять несколько кругов. Это очень важно, так как не все, как говорится, могут выполнить это упражнение в 5 кругов, 4, 3, 2, 1. Ну, неважно, да. То есть, если ваши силы рассчитаны, там, допустим, на 2 круга, старайтесь сделать 3. Также и постепенно по нарастающим. Но и самое важное, у нас, еще раз обозначу, скоро Новый год. И специально для вас, для участников нашего марафона, мы продлили действие промокода, который может позволить вам приобрести наш любой товар, любое оборудование от компании «Емогуч» для того, чтобы порадовать ваших близких. И это очень важно, потому что наша продукция самая лучшая.